друзья, прямо сейчас на этой сцене встречайте человека, благодаря которому об Украине заговорил весь мир. Лидер партии «Удар» Виталий Кличко! Добрый вечер, Николаев! Я знаю, еще неделю назад, прошлую субботу, многие из вас не спали. Многие из вас смотрели трансляцию из Москвы, держали кулаки, посылали энергию, переживали. Я хочу поблагодарить вас за поддержку. И независимо от того, где находился бой, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Лондон. Штаты, Британия, Польша, Германия или Москва, как в прошлый раз, мы делаем все для того, чтобы всегда, когда побеждали, поднимался украинский флаг, изучал украинский гимн, и делаем все для того, чтобы всегда были победными. Спасибо вам за поддержку. Но сегодня я стою перед вами не как спортсмен, которого вы знаете.